поздравить тебя. Сказал, что многие инвестсоглашения с крупными компаниями, по его наблюдениям, подписываются на выставках при странных обстоятельствах и вызывают удивление. Я был на ярмарке первый раз в Берлине, ездили мы по Аравии, второй раз, первый раз поехал на эту Золотая Осень. И когда дошло до раздела инвестиции, я, честно, был поражен, то ли это губернатор войски втирают. Выходит ко мне тот же хромой с палочкой, какой-то будущий потенциальный инвестор, рассказывает, какие будут строить заводы на территории Ростовской области, садятся, приглашают, в том числе, за стол и Василия Юрьевича, подписывают какое-то громадье акту и уходят. Потом этот белый конь исчезает, или как он называется, на Северном районе, белая лошадь или как-то. Да, почему он пропадает? А мы где нет. Хотя бы один палочек забили в этот завод, о котором шла речь. Какие именно проекты имеются в виду, депутат Донского парламента не уточнил. Вероятнее всего, речь идет о подписанном соглашении о строительстве консервного завода в Семикаракорском районе. Меморандум подписали почти год назад губернатор Василий Голубев и итальянская компания ЗАКМИ. Гребенюк напомнил, что задержка выполнения инвестпроектов не единичный случай в Ростовской области. Специальный обзор. Мы продолжаем изучать текущую ситуацию в аграрном бизнесе Ростовской области, особенно в секторе сельхозпереработки. Не так давно мы поговорили о потенциале птицеводства. Обзор этой недели посвящен молочной отрасли. По данным Ростовского Минсельхоза, с начала года у нас произвели около 700 тысяч тонн молока. Для сравнения, на соседней Кубани произвели на 200 тысяч тонн молока больше. Очевидно, что наш регион своим относительно мягким климатом и ландшафтом имеет большую